чартерная программа из Беларуси в Тунис отложена до 5 июля. Первоначально перелеты планировалось начать с воскресенья, однако старт отложили. Возможно, к 5 июля наша страна войдет в так называемый «зеленый» список государств, въезд из которых в Тунис возможен без справки об отсутствии COVID-19. Напомню, Тунис открыл свои границы для зарубежных путешественников с 27 июня. Власти страны разработали несколько вариантов въезда с тестами и без. В Витебске начнут выпускать электрозаправочные станции мощностью 150 кВт-час. Сейчас проект в стадии разработки. Идет процесс изготовления опытного образца. Осенью этого года на заводе «Витязь» начнутся приемочные испытания. Новые устройства будут почти в 3 раза мощнее тех, которые сейчас изготавливает предприятие. Они позволят полностью зарядить электромобили с аккумулятором в 40 кВт за 10-15 минут. Планируется, что серийное производство станции начнется уже в конце этого года. Почти 13,5 тысяч детей из Минска отдохнули в оздоровительных лагерях за первую летнюю смену. Так, в июне ребят принимали 342 объекта с дневным и круглосуточным пребыванием. Во всех лагерях проводились санитарно-гигиенические мероприятия. Воспитанники соблюдали социальную дистанцию. Было исключено проведение всех видов массовых мероприятий. Детей занимали в объединениях по интересам, для них организовывали виртуальные экскурсии. За состоянием здоровья воспитанников следили медицинские работники.